Доброе утро еще раз. Смотрите, я так вот на всякий случай. Вот наш вечный огонь. Русская пропаганда говорит, что тут денацификация, спасать надо всех. А у нас аллея в центре города, где еще герои Советского Союза ходятся. Все убрано, все чистенько. И получается так, что когда-то в составе Советского Союза во время Второй мировой войны мы стояли бок о бок и защищались против фашистских оккупантов. Наш город, теперь уже город-герой. Вот. А сейчас мы воюем против русских оккупантов, с которыми раньше вместе защищали свою родину. На тот момент Советский Союз. И кто теперь фашист?